Всем привет, с вами Прием. Сегодня поговорим о реально классной вещи, которая, надеюсь, упростит ваше прохождение Мифик Плюсов и хотя бы чуточку позволит сократить время. На самом деле, Мифик Плюс — это такая система, где постоянно что-то ищут в плане каких-либо интересных вещей с целью сокращения времени. И весьма интересную вещицу заметил сегодня на стриме, играя с ноутбука утром в очень хорошем, отдаленном от дома месте. Так вот, речь идет о волшебной метле. Призвать или отпустить волшебную верховую метлу. Средство передвижения меняется в зависимости от вашего навыка верховой езды и вашего местонахождения. Суть-то в чем? Суть в том, что обычного маунта мы кастуем 1,5 секунды, и только потом мы бежим на нем. А метла юзается сразу. Не верите? Взгляните на момент, который сейчас вам покажу. Собственно, хоть он и короткий, но абсолютно все по нему можно увидеть. Удачи вам в дропе метлы. То есть, либо как вариант с пригоршней конфет можно залутать, которые в тавернах разбросаны, либо при ежедневных походах на всадника. Ну, а также еще всадника коняшка лутается. Ох уж эти соседи. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. Наилучших вам соседей. До скорого.